здесь пойдет временный мост. Этот столб надо передвинуть на 20 метров ближе к предыдущему. Вот я там вырыл яму траншейную такую, чтобы его можно было вложить туда. Но это долгая история, пока он его переключит, Ой, я не знаю, как это называется. Короче, этот экскаватор будет его переставлять каким-то макаром. И вот здесь вот пойдет этот... не так трактор поставил. И вот туда, на ту сторону, где там эти все канавы. А этот мост будет пока на ремонте. Потому что мы тут под ним походили, я вообще не понимаю, как он до сих пор еще живой. Еще такие квашни по нему ездят. Короче, дело двигается. Sea Tilt. Ну и мы тут. XCOM на подхвате. Мы самую важную работу делаем. Ну-ка. Ладно. Все, в общем, ясно. Подъезжает потихонечку. Сейчас увидят, что снимаю, начнут. И провода там сразу же идут. Этот столб надо подогнать под провода, накрутить на него эти провода, на эти изоляторы. И потом уже отстегивать тот. Потом, когда отстегнем, тот столб надо вытащить. Вот и все пироги. Еще неизвестно, чем это кончится. Ну ладно, тут снимать-то в принципе нечего. Сейчас, если получится. Ну вот. Немножко сюда. Сюда. Кажется, стоит. Этот там прикручивает. Я тут затрамбовал ковшом, как попало. А тот, те ребята откручивают. Тут еще надо выдергивать из земли. Ну вот такие вот дела пока. Ну вот второй столб заваливаем. Они его там с него поснимали, все эти штукенции. Ох ты, ё-моё. Тихо, тихо, спокойно. А, это он выскочил с земли. Я его не до конца подкопал. Только ковш возле столба в землю воткнул, сразу два кабеля порвал. Один очень похож на оптику. Прямо тут же, под поверхностью, буквально 15, ну 20 сантиметров. Ну вот и все. В общем-то, тут уже и снимать-то нечего.